Богатый выбор благовоний, косметики, бижутерии, украшения и одежды. Выставка индийских товаров вновь в Шымкенте. Такая ярмарка в нашем городе проводится уже в четвертый раз. И на этот раз они обещают удивить южан. В этот раз у нас большие новинки одежды, чая, кофе индийского, также бижутерии, камней драгоценных. То есть все жители города, приходите. Также у нас индусы народ сговорчивый, также скидочки делают. То есть всем будем рады. То есть работаем мы каждый день без выходных, вход свободный. Жадра Бисибаева на индийскую ярмарку попала впервые. Молодая девушка уже присмотрела себе сари, традиционную женскую одежду индианок. А теперь к этому наряду подбирает и украшения. Мне очень здесь нравится. Я пару раз видела по телевизору о том, что у нас в городе проходит такая выставка. Вот теперь я сама здесь. Очень необычно, красиво и, главное, доступно. К слову, все представленные на ярмарке продаются по доступным ценам, говорят организаторы. Несмотря на изменение курса доллара, стоимость индийских товаров осталась на прежнем уровне. Сейчас, как мы знаем, что везде доллар сильно поменялись, а мы сейчас такой же сильно, как раньше у нас были, мы сильно не поменялись, поэтому мы приглашаем все на галерею, на парк Абая, что мы будем до 15 числа, в этот раз очень большой ассортимент чая и очень хорошие летние вещи. Выставка-продажа проходит в Музее искусств, расположенном напротив ЦОНа у центрального стадиона имени Хаджи Мукана. Выставка продлится до 16 сентября. Вход открыт с раннего утра и до вечера. Продавцы работают без выходных.